всем дай газ, всем дай электроэнергию. А я бы сказал, всем дай здоровье. О здоровье мы сегодня будем говорить на. И на чем, и где, и что, и вообще. Давайте все-таки определимся, где я нахожусь. Улица Куйбышева, дом 3. За моей спиной тот самый, один из лучших. Да, будем считать, что самый лучший, наверное, в Российской Федерации. А может быть, и вообще в Советском Союзе. Зная о том, что полностью развалился большая часть той оперы, в которую Советский Союз вкладывал деньги. А он очень сильно вкладывал деньги, знаете, куда? В Прибалтику. Так она все развалилась. И давайте осталось только что? Осталось только центр Агат. Ну, правда, это уже не Советский Союз вкладывал деньги, а вкладывал деньги металлургический комбинат. Но. Ему даже времени больше, чем тем, чем я занимаюсь в природе своей. То есть, через 3 месяца будет уже 30 лет, как я занимаюсь телевидением. А он был еще и покруче. Круто? Так вот, какие здесь специалисты? Они никуда не девались. И самое главное, что они работают. И постоянно у них рука на пульсе того, как люди занимаются и делают это в вашем рту благоразумно и благополучно. И ездят они постоянно. Они только здесь сидят и зарабатывают бабки. Есть много в городе контор, которые просто здесь сидят и зарабатывают бабки. Эти здесь так не делают. Согласитесь, такое же не часто случается, чтобы житель провинции был максимально интересен в форме мирового качественного медицинского обслуживания населения. Так вот, я перед вами. Свой топовый российский стиль я поменял в 2005 году, когда меня приняла Индия, где мы за копейки полечили зубы моего любимого Папасямловна. Копейки стоило посещение. А это 20 рублей. Не 20 тысяч рублей. Не 200 рупий и всего остального. Просто обыкновенные 20 рублей. Это даже были не тысячи, естественно. Затем была Турция. Со шлейфом в 40 лет вперед. А затем уже рак 4-й степени глиобластома. В общем, я вижу более чем страны со 180% топов из разряда медицины. Я говорю, что есть несколько, где мы в лидерах. Это далеко не везде. Но лучшее в России, так это стоматология в Агате. Почему настолько круто? Ответ очевиден. В лидерах действующий врач, а не назначенец. В лидерах крутейший специалист. Он не меняет ни свой стиль, не меняет человеков от Бога. Смотрите, вопрос образования врачей, это, в принципе, мне кажется, самый главный вопрос. Ну, собственно, не только врачи, это, скажем, разные области. Это и образование, это культура, там все. Вот. Но что касается вопроса вот конкретно вот этой темы, которую мы сейчас обсуждаем. Дело все в том, что технически процесс установки имплантатов – это, ну, не самая сложная процедура, которая применяется в стоматологии. Но если далеко сначала там даже зуб не приходится удалять, да? То есть да, там же тоже да, сложности, да. Потому что надо да. зуб удалить полностью, убрать целиком все корни. Это да, сложная да, процедура. Да. Вот. Тем не менее, скажем, мы прошли уже тот период, когда большое количество докторов специально проходили обучение вот именно имплантации. Не будучи хирургами, не будучи, скажем так, подготовленными именно в области, скажем так, хирургической, шли вот конкретно обучаться ставить имплантаты. Вот. Понятно, что здесь где-то, наверное, играет и коммерческий какой-то интерес, безусловно. Вот. Более того, я хочу сказать, что я никоим образом не, скажем так, осуждаю эту методику. По той простой причине, что, допустим, на Западе зачастую многие врачи-имплантологи, они же являются и врачами-протезистами. То есть он сам ставит имплантат и сам протезирует. Возможно, это правильно. Возможно. Я не берусь судить, хотя я, например, считаю, что, как у Возьму Пруткова, да, полнота специалиста односторонняя, подобно флюсу, да, она односторонняя. Каждому свое. Каждому свое.
Вот. Дело все в том, что вот при всей кажущейся простоте имплантации, все-таки она всегда таит в себе достаточно много подводных камней. То, о чем вы говорили, что, допустим, та самая непосредственная имплантация, которая проводится сразу непосредственно после удаления зуба, вот. Дело все в том, что положение имплантата никогда практически не совпадает с положением своего зуба. Вот. Это во многом обусловлено анатомией, это во многом обусловлено тем, что свой зуб он имеет микроподвижность. То есть он, по сути дела, то есть когда мы жуем, каждый зуб ищет как бы, ну в кавычках, да, свое наиболее оптимальное положение. То есть это есть, вот до 5 микрон в каждую сторону зуб немножко движется. Вот. Имплантат этого делать не будет. То есть, если имплантат стоит немножко не так, как надо, то возникнет перегрузка в каком-то, скажем так, направлении, и там будет убыль костей. То есть кость не любит, когда ее излишне напрягают. Вот. Поэтому вот этот вот момент, это сложности. Дальше, сложности строения, собственно, то есть анатомии и строения, собственно, кости. То есть у нас, если бы все было просто и хорошо, то есть это ровная, скажем так, плоскостная какая-то конструкция, да, в которую можно, там, грубо говоря, насверлить шурупчиков, и вот, пожалуйста, да. Но дело все в том, что наши челюсти, наши, что верхняя, что нижняя челюсть, не имеет такой ровной плоской конструкции. Это первое. Второе. Рядом есть огромное количество анатомических образований, которые трогать, ну, как бы не совсем хотелось бы. Это нервы, это сосуды, это там гайморовые пазухи и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я что хочу сказать, что при всей кажущейся простоте и, скажем, такой незатейливости этой процедуры, мы всегда имеем шанс получить большое количество осложнений, которые будут целиком и полностью на совести доктора, если он это не доучил. Еще плюс, всегда нужно учитывать тот момент, что у пациента, как история развивалась. В свое время, когда Перенвер Бренемарк сформулировал все постулаты основные имплантации, было сказано следующее. Все имплантаты должны приживаться. Потом началась проблема. Оказывается, не все имплантаты приживаются, какие-то отторгаются. Начались, ну скажем так, взаимные претензии. И Бренемарк тогда сказал, ребят, конечно, вот, не все имплантаты приживаются, но не приживаются они почему? Не потому, что врач там что-то неправильно сделал, а потому, что у пациента он не совсем здоров, у него есть какой-то фон из соматических заболеваний, из тех лекарств, которые он принимает, из того образа жизни, который он ведет. Вы перед тем, как что-то делать, вы его опросили, он вам все рассказал или не все? Или он что-то, ну, скрыл, не считая это важным, не считая нужным об этом говорить? То есть это тоже имеет огромное значение. Вот. То есть еще раз говорю, что вот помимо чисто анатомических каких-то вещей, физиологических вещей, есть понятие образа жизни, есть понятие контактов пациента и врача. То есть был такой этот самый фильм какой-то, я не помню, как он называется, «Доктор Хаус», что ли, там такая замечательная фраза «Все пациенты врут». Ну, понятно, что это упрощенная, огрубленная фраза, но то есть учитывать тот момент, что пациент может что-то недосказать не потому, что он сознательно хочет ввести врача в заблуждение, потому что он просто не придает этому значения, потому что это у него повседневная жизнь. Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда огромное количество пациентов находится на наблюдении у кардиологов, потому что им стентируют сосуды, коронарные сосуды. И они принимают кроворазжижающие препараты. Когда человек принимает такие препараты, оперировать его нельзя, потому что он погибнет от кровопотери. У него будет кровотечение, которое вы не остановите, ну, ничем. Причем при определенных препаратах. Когда мы начинаем разговаривать с пациентами, вот я лично сталкивался с тем, что некоторые пациенты не говорят об этом, потому что он принимает эти препараты в течение года каждый день. Для него это норма жизни, то есть это, ну, это нормальная жизнь, все, ну и что, принимает. И если его, не, допустим, не акцентировать внимание на том, а вы какие лекарства, а вы вот такие вот лекарства пьете, он может об этом и не сказать. И в этом случае врачу грозит, ну, большие неприятности. Потому что пациента надо будет как-то вытаскивать, как-то спасать его от этого дела. Поэтому я что хочу сказать, что врач должен быть подготовлен не только в плане закручивания шурупов, но и в плане понимания всего этого, даже с общей медицинской точки зрения. То есть вот стоматолог, у нас же нет специальности просто стоматолог, у нас пишется врач-стоматолог. Как раньше говорилось, любой врач-стоматолог по окончании вуза должен уметь принять роды, сделать операцию аппендэктомии, оказать первую помощь при неотложном состоянии. То есть почему? Потому что врач. Все остальное это уже, извините меня, детали. Это мы говорим про наших врачей, да? Да. А западные врачи совсем не совсем такие, да? Ведь, не совсем. Вот я про что и говорю, что как бы вам сказать, что лучший вариант это был человек, который получил образование в Советском Союзе. У нас было лучшее образование. К сожалению. К сожалению. И мы его Прожили. Прожили, да.
Ну, вернется оно или не вернется, но тем не менее мы не будем говорить о современных врачах. Потому что современный врач уже не может роды принять. Я так лично думаю. Может быть, я прав? Жизнь заставит, примет. Конечно, типа специалистов много. Кто-то и меня развел. Меня развели тогда, да и меня сейчас разводят, не понимая сути, а суть такова. Не зная английского языка, не понимая части лучшей, онкология как была в отстое, так там и будет. Но наши зубы далеко не в отстое. К нам в Магнитогорск едут те, кто знает, что стоматологический центр «Агат» на Куйбышева 3 реально в мировом топе. И прежде чем кто-то будет вам рассказывать о проезде по ушам, я вам сделаю чего-то подешевле. Давайте все-таки определимся, что чего-то подешевле – это не есть признак качества. Потому что, зная о том, что чего-то подешевле, ну вот, допустим, что касаемо у меня, то есть имплант не прижился, но мне его восстановили, то есть обратно все это дело возвращается. А вот вы поставили бы имплант, он бы развалился, а человека бы не было в природе своей. А таких вещей очень-очень много в городе Магнитогорске. Сегодня есть, завтра нет, сегодня есть, завтра нет. И куда вы будете прыгать? А имплант не дешевое удовольствие? То есть вам наступит. А когда есть агат? Во-первых, это делается немножко по-другому. Там прежде чем имплант не будет четко зафиксирован, вас никуда не выпустят, естественно. А во-вторых, ну извините, извините, история вопроса. Не 1-2-3 года, а 30 и более лет. Я считаю, что лучший был бы вариант приехать сюда, на Куйбышева 3, в медицинский центр, стоматологический медицинский центр «Агат».